Всем доброго здоровья, приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребят, игрушка под названием Crash Notes, это интересная стрелялка друг против друга, где непонятные существа будут убивать друг друга. Сейчас несколько режимов игры, Юля, если что, сейчас зеленая, я красненький, да, здесь нужно чисто убивать друг друга. Какой? Да отвали ты нафиг отсюда! Данный режим — это чисто убить 10 раз своего соперника, у меня жизни мало, получай какой-то непонятный фигня. Эй, а что ты сделал со мной? А, я не знаю, здесь постоянно нашу карту куда-то сдвигают. Сейчас я тебя догоню, догоню. Кстати, здесь появлением даже можно убить. Блин, спокойно. В кашу оба. Нормально, первый ничего страшного. Такой, да, я тоже вижу. Такой в первый раз. Все, появились, все, схватка началась. Все, иди сюда, слушай, пёс. Ты, может, отвалишь меня? Что я сделал тебе плохого? Ну, отвали, жукан, не понятно. О, как мощно, хорош, видал? Чувак, где дробаш? У меня же можно оружие брать другое. Иди сюда, нет. Ай, нет. Че, иди сюда, сейчас ты подойдешь. Погоди. Блин, всё. Черт. Блин, я хотел да схватить. Черт, вот слушай, ты, а что постоянно? Кстати, что тут карта есть? Да, вот я хотел сказать, я впервые вообще во всех этих стрелках вижу такое. О, не снайперка. Не бери. Блин, фиг попадешь. Не бери штукой. Хилку, не бери. Юля постоянно каких-то тараканов берет. Здесь персонажей очень много, и кастомизация у них, кстати, очень прикольная. Блин, почти ведь попала. Вот представляешь, попало. А когда я попаду, это снайпер. Ого, почти наглухо. Блин, почти, слушай, что-то ты... я дух! Рискую. Давай, дух. Не, никак, есть, попал. Все, я возвращаюсь, до свидания. Все, три оружия, мы можем брать с собой. О, я еще что-то взял. Не, тихо, я... Главное, чтобы под Юль не попал. О, штука возвращается. Все, о, закидай. Никуда ты не денешься. Слушай, вот это стрёмная у тебя пушка какая-то. Попал. Блин, что? Пипец, я как кусок говна улетел куда-то. Я пять раз уже убил, ты представляешь? Смотри, фу, почти уничтожил. Почти. Да сразу же, как появился шестое убийство. Каким образом? Раскрой свой секрет. Опа! Опа, нифига себе, ты меня своим коконом. Юля, мне понравилось. И мои кокули упали. Нет! Блин, жалко, через некоторое время только появляется. Щиты, я нашел щиты и дроп. Ох, черт! Все, проваливаем нахрен отсюда. Играть можно до четырех персонажей. Не знаю, как по поводу клавиатуры, но геймпад вам точно потребуется для двоих персонажей. Ладно. Я готов какую-то чачу стрелять. Блин, здесь ничего не видно за этой штукой. Почти. По стенкам, быстренько. Вот это суперзаряд. Блин, да ну нафиг. Вот так, вот тебе твой суперзаряд. 7-4. Ой, нет. Понятно. А чё? Почти на меня свалился. Поехали. Карты большие, кстати, заметь. Слушай, что у тебя за оружки какие-то странные? Это моя стандартная штука, все, я тебе как... О, желтая какая-то штука. Слушай, что это такое? Дайте мне появиться. Стоп. Не, давай без меня там. Что это такое? Ого, автомат. Слушай, прикинь, впервые вижу, чтобы здесь автомат был. Блин, он потекон. Что за дурацкое оружие? Сейчас я вытолкну, блин. Ай, почти. Yes. Ну 8-5, да у меня все равно уже победа в кармане. Что за пушечка такая интересная? Юля, пока не знаю. Вот так вот. Ты видала, как мощно? Все, побежали. Как это возможно? Не ходи конем, блин, все, спокойненько. Почти, да не прекращай, это фигня все. Блин, надо куда-нибудь спрятаться от Юли. А карта-то длинная, вот за вообще, счет того, что меня... Вообще, ай, нет, что я взяла? Мы еще обязательно пока... О, все, все. Загнобил Юлю. Да я молодец просто, потому что вот и все, что я могу сказать. У-ху! Все, вот здесь потом показывается такой, статистика, типа. У меня 6 хедшотов, Юля. Ну мне что, как убийств. Плохо. Ладно, жми дальше. Поехали, выбираем карту. А, давай выберем режим, может быть, другой сразу. Давай. Есть, конечно, еще Team Deathmatch, но нафиг он нам нужен, правильно? Нас же всего ничего. Ладно, 300 очков, и нам хватит, точнее. Давай вот эту какую-то. Я третью взял карту, давай, выбираем. В общем, собственно говоря, кроме того, что вы можете менять цвет, где я там? А почему у меня цвет не меняет? А, слушай, я с другой стороны теперь, прикинь. Я стал вторым игроком. Эй, а кто меняет? Все, ты теперь первый игрок. А, все. Я просто не что-то припуталась. В общем, я буду этим роботом, сменю. Слушай, вот таким. Все. А, прикольно я выгляжу, да? Давай. Сейчас я вот стану вот таким. Сегодня я буду зелененьким. Сегодня, ну, сегодня я тебе разрешаю этим персонажем играть. Собственно, в данный момент... Я имею в виду зелененькой буду. Хорошо, царь горы, в общем, видите вот эту зеленую ауру, вы должны стоять в ней. Ты какую-то мощную карту выбрал для этого, непростую. Я могу сказать, непростую, да, здесь нужно очень тяжело. Так что 300 очков здесь действительно будет мучительно набираться, но ладно, мы постараемся всеми силами. Ё-моё, слушай. Блин, нет, почти упала. Вот здесь можно постоять, побыть, до свидули. Ай-яй-яй. Держимся. Давай за ней вниз ныряй. Так, ай-яй, вниз и нырну. Ну, конечно, вы меня не могли еще подальше. Ай-яй, не, слушай, эта карта просто какая-то отправилась Юля. Так, слушайте. О, отлично. Здравствуйте. Что нужно вам? Все, спокойно. Все, иди нафиг. Хил. И вот как? И вот что? За ней-то кто? О, спасибо. Ай, чем я буду просто прыгать. Слушай, я могу же тебя прогнать. Если такая пука... Блин, все, блин, да сдох.
сдохнешь сейчас. Или нет? Блин, даже эта штука не получилась. Да ё-моё! Нет, я хотела туда, я хотела. Слушай, у меня 160. С этими штуками? Есть! Ай, жёстко. Чётко попал, чётко. Ну, ё-моё. Я не могу как-то траекторию себе выровнять. Захватываем, захватываем, захватываем. Всё спокойненько здесь. Давай, вали отсюда. Вот, вот сюда. Буц. А-а-а, я сейчас, мне кажется, свалюсь, не знаю, в какую точку. Блин, ну здесь... Все, до свидания. У меня еще 30 очков, я... Блин. Почему мне так не везет? Дайте быстрее сюда, быстрее дайте появиться. И что делать вот мне? О, спасибо. Это хоть какая-то справедливость небольшая. Да какой справедливость? Видала? Слушай, а у меня нет. Какой справедливость? Да блин, прогони... Все, понятно. Все, давайте быстрее, быстрее! Катите меня к этой фигне. Все, появился главный персонаж в этой карте. Да нет! Все, сейчас. Все, давай, давай, 300 очков. Бам! Ну слушай, я круто захватил. Сейчас вот тогда... иди обратно. Я сдох, да, напоследок. Показываем, что тут. Три убийства. Ну ты, кстати, не сильно отстал, молодца. Показываю даже любимое ваше оружие. Что у нас? Второй карты по мне было. Не было. Я тоже сам режим взял. Ну ладно, ну, окей. Ну ладно, ничего страшного. Так, теперь я первый тут поменялся. Так, кого? Я выберу Я мишку. Буду таким салатовым цветом. Не, жуком так. Я не хочу быть. Кого сейчас выбрать? Посмотрю. Кого выбрать? Ого, слушай. Ну, ладно, возьму жука. Вот таким буду жуком. Я буду вот таким и, как я говорил, зелененький. У меня сегодня день. Зелененький цвет. А, ну слушай, ну все. А ты давай другого. Да нормально. Мы друг друга не различим, ты же медведь. Все, нормально. 300 очков опять, царь горы, и у нас в этот раз вроде нету никаких, как скажем, дырок, куда можно провалиться. Ну, вроде как вот, да. Череп, я не знаю, что интересно. Ну, слушай, карта сразу а что такая туннель? Специфическая. Нормально, нормально. Здесь все в каком-то таком стиле нанотехнологичном, но разберемся сейчас с тем, кто сейчас победит. Слушай, а как я медленно стреляю? Ого! Эй, как... обо что я ударилась? Это я, прикинь, я рикошетом вот так попал, как сейчас, видала? Это только цари так умеют, на самом деле. Эти... Цари, блин, слушай, куда меня это отправила штука? Погоди, Эй, погоди. Ты что ты будешь делать? Ну это жесть какая-то. И вот да. Ее траекторию попробуй просчитай, называется. Неплохо, неплохо, неплохо. О, сейчас, погоди, я использую новое оружие. А, это все тот же автомат дурацкий. Юля, блин, можно тебя блин, прогнать? Нет, нельзя. Блин, не-не-не-не-не. Стандартное оружие, по-моему, лучше лупашь, если честно. Блин, вообще. Что происходит? О, отлично. Черт, а я, слушай, неплохо очков-то набрала. 249 сейчас, уже. Сейчас наберем еще хилок. То есть я полный боекомплект. Дайте убить этого жука. Так, 250. Слушай, ты для меня вообще не помеха. Кш, отсюда. Ой. Просто вали. Все, я Блин, победил. Блин, ну почему? А, ты победила. А, да. Когда? Yes, у меня было 300 очков. Фига себе, что-то не понял. Когда ты успел набрать? Значит, я тебя не зря жуканом ну, молодец, называла. Молодец, молодец. Ладно, теперь я предлагаю все-таки вернуться к первому режиму давай, и реально давай, давай. Напинать друг другу жопы. Намесимся сейчас. Только короче. Поменьше убийств, буквально, 15, блин, может? 10. Я думаю, ну, десятка давай, хватит. Давай. Где мы не были? А, на последней не были и на первой, по-моему. Давай последнюю я возьму уж и давай выбираем персонажей. Кого кем взять? Кого я, взять? Принципе, я вот этого возьму. Тоже. А я вот это возьму, только я цвет. О, давай я буду чикой. А я вот так. Все, давай, давай, давай так. Я, короче, буду теперь не зеленый. Жалко, здесь ботов, конечно, нет. Ну, собственно, ладно. Здесь, причем, в некоторых картах есть условия. Например, в этой карте вы можете запустить внизу пресс. Там, видите, красные две точки. Если вы их дотрагиваетесь, они активируются. Смотри, смотри, да. Смотри. То есть вот так они... Шпды... Блин, я думал, как настоящий царь. А ты неплохо показал. Да я знаю. Мне нравится. Может, еще раз покажешь? Я не успела. Не-не-не, давай ты туда спустишься. Нет. И ты сама посмотришь, как там все работает. Там очень прикольно, кстати. Я просто не успела рассмотреть, как все это работает. Сейчас ты рассмотришь все. Да что такое? Да блин, есть. Ай-яй. Ну что, я готов рассмотреть. Вот пресс. А пресс работает только... Включиться. Ну-ка, слушай, а вот это что за... Блин, вот эта пушка. Сейчас я вот Ого, так. Вот этой пушки я не видел, на самом деле. Круто, спущу. Видала? Смотри. Смотри. Ну, блин, yes. Шляпа. Блин. Сейчас еще пресс работает. Меня назад зато отведет пресс. Черт, возьми. Нет. Я думал, Юля уже это... Очнулась, я помню. Проснулась. Точнее, заснул, господи, ё-моё. Это Мишка заснул. Да-да-да, Мэтт, успокойся, все в порядке. Кот сказал, что игра нормоз, так да, что продолжай. Да, он оценил, короче. Коты одобрил. Одобрил, да, эту игру. Юля, а ты отправляешься под пресс, давайте. Слушай, ну ты как-то все время меня подкарауливаешь. 3-2, да ладно, ты еще и не совсем проиграешь. Вот что вот этот черепок? Да и мне кажется... Фига, ты его взяла, да? Да. С первого Слушай, раза. Слушай, он, видать, реально усиливает. Урон, конечно, урод. Усиливает урод. Ладно. О, а что, только щиты, одно щиты, оружие щиты. Дали? Щиты, наберу, щиты. Сейчас я щитов-то наберу. Пошла.
Пощёль ты нефига. Слушай, я себя потеряла. Блин. Как стрелять? Медленно оружка стреляет. Ты только сейчас под конец игры решила узнать, как стрелять. Ну я в том смысле, оружка медленно стреляет. Все, да, до свидули. Вот эта штука нормально решает. Прессом, Мишку прессом. Так, сейчас я Миш, тебе там это сюрприз ждёт, если что. Давай, сейчас я такой... Блин, да как так не получилось? Да что такое? Короче, ладно. Пресс, разрывайся, я пошел вниз. Все. Давай. О, это, загорись красненьким, пожалуйста. Сейчас эти... Блин, как тебя прогнать? Да он не загорится, нужно встать сюда, не понимаешь, что ли? С двух сторон. Блин, да понятно, что надо встать. Ты сдохни. Ай, нет. На, пресс, Юль, тебя, блин. Хоть разочек. Опа, видала, как я. Вот я и с самого начала хотел вот такое мастерство показать. Сейчас я вот эту штуку возьму. Блин, так, броню взял. Нет, вот это неудача, конечно. Есть, попал. Давай. Сейчас убью. Нет, зачем тебе? Нет, подхилилась, ес. Блин, слушай, а вот это грамотно было. 5-4. Четко. Ты, в принципе, не сильно отстаешь. Молодца. Давай. Клево озвучил, ну ладно, пошел дальше. Блин, так тупо. Могла бы тебя зажать. Черт возьми. Четенько Юлю схватил, сейчас пойду за новой пушкой. Вот это ошибка была на самом деле. Ну давай, сражайся. Фига, как ты сразу туда попал. О, фига себе. Эй, ты прям с одного раза меня вылез. Маста, да. Каким образом? Так, тихо, надо валить. Иди этот сюда, Мишечка. Ой, нет! Давай, стрейф сразу же туда. Не получилось. Я вовремя. Есть. Блин, слушай, да ты что-то творишь? Блин, все, до свидания. Черт. Мне еще два убийства. Я медленно стреляю, я не могу, как сказать, прочувствовать. Понимаешь, ты просто лузер, надо смириться с этим, и все. Нет, я не могу. О, черепок, замечательно. Нет. Смотри, сейчас одного выстрела, смотрите, ганста. Вот а это я да! Щит взяла! Да для кого этот щит вообще? У меня была усиленная атака. А щит у меня для чего? Щит это говно, понимаешь, переводится. Что ты путаешь? Все! Просто в кашу! Ладно, слушай, ну это было фломастерски. По-моему, ты только раз выиграла. Я, видишь, злая. Но прикольно. Тем не менее, игруха интересна, но мне кажется, играть явно только в компании. А один вы не поиграете. Печально это. Ну да ладно, закончим на этом. В принципе, игрушка интересна для компании. Я думаю, повоевать самое то. Тем более, очень интересный сеттинг. Ладно, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.